О деятельности национально-культурных и религиозных объединений республики говорили сегодня на заседании в Доме правительства. В Чувашии в мире и согласии живут представители множества национальностей и конфессий. Это подтверждают цифры. В республике официально зарегистрировано 22 национально-культурных и 325 религиозных объединений. У всех свои планы работы. Кто-то весьма активен, кто-то не очень. За неоднократные нарушения законодательства и в связи с фактическим прекращением деятельности направлено 2 иска в суд о ликвидации религиозных организаций и 1 иск о ликвидации национально-культурного объединения. Однако следует отметить, что нарушения, выявленные в ходе контрольных мероприятий, в основном носят устранимый характер и в целом организациями устраняются. Каждый год в республике появляются новые национально-культурные объединения. К примеру, в этом году появились община народов Дагестана и общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. В прошлом году национальная культурная автономия узбеков. А вот узбекский культурный центр существует уже 10 лет. Ее целью является сохранение самобытной узбекской культуры, традиций узбекского народа, а также содействие развитию культуры связей между Чувашской республики и Республики Узбекистан. Мы активно сотрудничаем с органами исполнительной власти, национальными объединениями и землячеством. Налажено плодотворное сотрудничество с образовательными организациями. Периодически проходят встречи со студентами-выходцами из Республики Узбекистан. Руководитель администрации главы республики Юрий Васильев подчеркнул значимость работы таких объединений. Они укрепляют культурные и национальные связи, сохраняют социальную стабильность в регионе.